Дряга выбегает. Так, сейчас будет вулкан. Него надо создать. Дать сакру. Дать гимна хп по ситуации. Давайте все в вулканчик, а потом в трэш. Так, надо черепок хилить. Жирдыка, ты не выбегаешь с лужи. Она находится в центре босса теперь. Молодец. Ты очень внимательный. Используйте Джерри на магию. Джулиан. Его можно пожать и не бежать. Черепок хилим. Дебаф не пропадет. Вчера второй портал был на 5 лямах. Трофей. Три мага в рейде. Зачем шаманы помогали рассеивать? Мы так бы на себя стак и забрали. Доверяет вам. Взяли все стаки, впустили в сраку. Мне нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Подбираем тотемы, сейчас запустится босс. Турнир продолжается. В следующем бою вы встретитесь с могучими... Лень лечить. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Кстати, мне показалось, или на боссе только 10 стаков было? Вот этой вот бафа. Юги должно быть 10. А нам больше и нет. Вообще должно быть 20. Чего ты взял? Ну, воспоминания сов старые. А знаете, что мы не проверяли, если, допустим, не диспелить с босса вообще, у него 10 стаков, да? Потом еще он накладывает еще 10 стаков, 20. Не, они спадают. Они по времени кончаются. Да, они спадают. Вот, да. Нет, рейд он не ваншотит, он танка ваншотает. И ничего не ваншотает. Так, есть у кого танки еще? Чё, мне контрить кого-нибудь хила? Контри там кого-нибудь. Прорыбу. Рамзес, давай будешь танчить мага, Джериан, Ретрика, Белин, Вара, ЯДК. Чё там ещё осталось у нас? Рога и Хант. Короче, я Рогу буду тогда танчить. Ну, танчу Рогу. Звездочку потом. Извините. Кружок. Потом квадрат. Джулиан, сиди на боссах и диспель. Босса, которого... Погнали танки. Я в кого играю? З. Кого-то. Там метки стоят. Я друиды контр. Может, ярд один здесь. Беги, мама, беги! Блин, меня ДК притянул в кучу. Может, диспелите? Может, диспелит. Себя диспелится. Давайте после... Давайте в квадрат, короче, играем. Не держится он у меня что-то уже. Все в квадрат играем. Потом найдем ханта, будем его играть. Просто поконтрольте кружок, сбивайте ему косты и подиспельте с этого с квадрата ход, когда быстренько его займем.
Половина крыши, а гру на гэмбахе было. Подпай, поднимай фургоны. Кружок, потом звезда. А чё рогу вообще? Чё они не держатся? Они бегают только. Скажи, ты когда отходишь, кинь хватку, он тебе подойдет, а потом оковы кинь, чтобы он медленно тебе убегал. Потом опять. А если это не работает? Я говорил, что рогу сложнее всего. Не знаю, зачем он согласился. Ну, диспельти, кружок, что там, хота, 5 штук висит. На ханта бьем. Казы. Какой хант, блин? Кружок, сказали. Сказали сначала печеньку, потом звездочку. МДЦ хилит вовсю. МДЦ нету, вроде. Нет, антар. Вон, кого ж можно поконтролить? Ну да, и никто не контролит. Давайте звезду играем. Ход из диспельти со звезды. Последний босс, который переагривается на игроков. Беги, малышка, беги! Надо, придется контролить сейчас. Блять, только хотел подойти, он... Там шаман маны просит. Ну, бахил. Стан, дайте ревизор. Законтрольте этого хила, Антера. Саня, ты там есть? Где мама? Нет. Ну тогда так просто не. Олег, если по вас бот, тряпка дай, пожалуйста, мне. Ого, вот это она пробивает, даже танков это рога. Чё ты писал, что он не должен проделать? Ибо не должен, чем? Чем? Донат. Она уже в конце начинает не бегает по всех. Олег, ты чё молчишь-то? Сводите остальных на центр, уже сольем так. Тут он череп и звездочка. Где она?
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Так, есть пояс? Короля Лича выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с Королем Личом. Танка три нет. Жаль. Че, он себе ГП за обувь дал? Ну, а за ГП. А, тренику или че? Да-да. Да, я тебе баф, фулл баф. Вара крит на хп. На мейн или на уф ролик принял? На мейн, конечно. На мейн, конечно. Вообще неправильно ее перевели. Ее правильно перевод — жизненная сила владыки мира. Только что-то второй раз ролите, что ли? Владыки мира — эту альянса. Наоборот бы вообще. Ура! Хоть одна трейда нормально. Это на циркуле перепутали. Ага. Тут много чего перепутали. Тут перевод всадника без головы тоже ублюдский вообще. Ну вот этот текст, когда он появляется, который вы говорите. Сейчас ВПС просядет опять. У меня. Слышно было, наверное, в рейде, да? Вообще не слышно. В бути тоже так переводит. А, можно и без так убивать, без РК, да? Проверим по максимуму. На смену. Так тогда меня не было слышно. Минут 10, наверное. Так ребро сегодня убивали. Ну, сойдет. Ну ладно, тогда дальше помолчу. Давайте, блядь. Не надо молча. Надо. Забыл взять сферку. Давайте меняем смену цели. Светлый портал. Давайте рост. Джерри на хит где? У него дебаф 20% выше мы получаем урон. Способность скоро. Давайте темный портал берем. Берем свет. Thank you.
Чертеж. В могуществе Орды, паладин, мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Сейчас власть не упадет по-любому опять. Мы вместе нанесем удар ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого, мы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Давай, Джерин, ты босса, я мобов буду кончить. Первый трэш надо слить. Остальное можете не снимать. Касты сбивайте, теневой удар. Блин, как дела? Думал, ты собьешь его. Молодец. Специально. Ману бутерболу залить. Цена, блядь, не жал волшебный поток, оставлял на последнюю фазу. Давайте бафы по... Ну. Видите боссы все? Как будешь петь? Я подошел к Энкин. Забежали в лужу. Теперь можно спеть гимноману. Давай поставить. Пойдем. Дай каску, каску пошаманю. Сколько процентов у босса? 50. Давайте в трэш, это еще и трэш не били. Да. Крабе, заберите с рейдом. Быстрее скорбей добивайте. Трэш сейчас надо слить. Босс видит трэш. Сколько процентов? 7 фаза.
Давай. Бля, куда ты их ведешь? Блин, блять, алло, ты тут? Да, сидим на хп, на хп, на хп. Пизда, ты протопал на своей идее. Дайте все гимны на хп. Дресать его тревога кто-то, быстрее. Нету б, нету бэйров. Да. Пробуйте. Ну давайте 400к, 300, 250. Пиздец. Ну у нас пиздец тогда, Линда. И все сдохли. А Гэндальф и Хант выжили. Ха-ха-ха, мы добили, все. Плюс косарь. Ну, Леголас, Леголас и ми. Вот они босса. Вот это ноть хорошо. Посмотри, там есть власть. Да, да, есть. Она есть. Не знаю, надо выделить цель этого моба, прожать тарелку там, чтобы моб пошел. Да нет, ты жал куда-то в другое место, наверное. Как насчет бонусного ЕП тем, кто добил и остался в живых? Я не хилил, ты помер еще на миллионе. Я вообще прожал травничество, вот, и выпил банку. Ну и все по тактике. Ему помог Радагаст Бурый. Ресните парализа, Олега. Травничество. Сундук пропадет. Да ладно, сундук. Какая разница, если ты помер? Какой хитрость, пипец. Ой, власть паролем, ой, власть паролем. А зачем тебе власть могу, блядь? А локу зачем? Да, говори. Локу лучше, чем эту, чем магу. Она вообще никому не лучше. Она никому не лучше. Не, ну я бы ее паролил, если бы у меня не было. У меня есть смелее. Так чисто делать их. Она, кстати, уже второй раз на этой неделе падает. Вот недавно еще падает. Не надо плащ. Все. Понял. Как это будет? Возьмешь пушку. Воеватель. Еще одного рака на дыре. Подожди, не ругайся. Смотрите, два яичка и посередине. Хритель. Рожук. Фи. Один. Я у вас паролю. Следующий 100 будет, по-любому. Ага, 2, блядь. Давайте по ролу на РДД. Дай мне перчатки, пожалуйста. Давай. 3-0. Да, у меня 2-3 них, 200 как раз. Одну поменяю хоть. Ну, портал, спасибо. Там не факт, что эти 200 хуже, чем вот это вот. Откидывай ЕП. Так. Все. Что там на завтра у нас? Что-то есть? Видимо, есть.